Какой красивый Дед Мороз. Ох ты, какие шишки. Целая гирлянда из заснеженных шишек кого-то. Ну, классно. Прелесть. Вот смотри, какие девочки. Классные. Или вот медвежата, да? Прикольные. Красиво. Снеговики. А вон гирлянды. Хочу показать гирлянды. Вот это прелесть. Снеговики. А вот олени классные. Вот олени красивые. В том году они дешевле были. Вот красота неописуемая. Ну, цены, конечно, очень дорогие. Ой, вот какой скандинавский стиль. Очень красиво сделано. Наборы игрушек. А вот какой цвет красивый. Ой, какая красота. Мишность. Ой, какой большой фонарь. Ой, вот самая мимишность. А, ну прелесть же. Не мягкие олежки. И такие же мишки. Елочки. Елочки недорогие, кстати, 500 рублей. Вот красиво. Сказка. Или вот. Фея, щелкунчик. Если украшать елку вот в таком розовом цвете, вот большие, там вот были. Маленькие. Ой, а вот классно сделано. Красиво. Барби. Или кто они? Эмили какие-то. Ну вот эти оленята меня вообще покорили. Ну какая красота. А вот какая маленькая прелесть. А вот большие оленята. И единорожки. Мило же. Вот красивый олень. Какие шарики красивые.
Прелестно, но очень дорого. Пингвин, вообще непонятно, что это пингвин. Вот красивое. Вот это да, это очень красивое. Ух ты, какие гномики. Не очень дорого, кстати. А елок там сколько? Рождественские свечи. Такие красивые оленята, но очень дорогие. Блин. Сталин взял где 200. Так все дорого, лопаты, зай. Лопаты дорогие по штуке. Ну, дешевле, чем две. Ой, смотри, какая красота. Как ты бы приносил, когда купил лопаты, болгарки, когда А вот скандинавская елочка. Мне вот эти олени понравились, но цены не хватит. Ну да. Вот как классно. Mm-hmm.
классные олени вообще. Гномы. И море елочек. Ой, как их много. Птичка в клетке. Искусственный снег. Много елочек. Но цены у них, ой, ужас просто. Ну, какая красивая. А вот белые елочки. Ну, на них цены подешевле. Ну, тоже. А у этих просто неприличные ценники. Очень красиво. И самая большая, конечно, вот эта елка. Я даже не знаю, куда ее такую ставить. Ну, вот и все. Блин, я не сняла вот таких красивых щелкунчиков. Это же просто прелесть какая.